Командир взвода. Отдать мы разбит на несколько секторов. Значит, есть, называется сектора директрисы. То есть танковая директриса, где стреляют из танков. Директриса БМП для стрельбы автоматического гранатомета АГС-17 вот здесь. А вот здесь вот стрелковое направление. Направление для стрельбы по пулеметам, по бегущей цели, по ростовым целям, по неподвижным целям и так далее. Вот это написано 1, 2, 3, это огневой рубеж. Понятно, да? Точно. Значит, вот на этот огневой рубеж, это командует, на огневой рубеж к бою Сойден и Басталатату. Мы с вами будем стрелять вот под навесом. Специально для медиков построили в этом году навес, и мы будем стрелять под навесом. Чтобы вы не загорали, не перегорели, не перегрелись и так далее. Понятно. Вот. И еще дальше там есть пристрелочная. Пристрелочная, там, а каждое оружие пристрелочное. Командиры строят. Курсанты. Сейчас покажем элемент. Санитарной техники. Значит, сейчас способы. Значит, нагрузки. То есть емкость. Эвакоемкость. То есть сейчас вы знаете, да, Казахстан уже ОДКБ, ШОС и партнерство во имя мира, мира НАТО. Значит, скоро здесь будет проходить учение, миссия. Ближе подходите сюда. Подойдите ближе. Спасибо. Ну, поле боя, санитар, стрелок, санитар. Значит, в гнездах раненых, укрупненных. Понятно, вывозится на медицинский пункт батальон, где оказывается доврачебная фельдшерская помощь. Хорошо, хорошо, мытите, для себя жмете. Так, это... Отойдите. Слева столб с красным треугольником. Команде руководителя на рубеже открытия огня бою выполняете первый норматив и готовите к стрельбе лежа с упора. Соединили магазин, достали патрон, патронник, поставили на предохранитель и доклад, что к стрельбе готов. Руководитель, убедившись, что смена стрельбе готов, он дает команду по своим мишеням одиночным огонь. Предохранитель до конца вниз и стреляете одиночным. После стрельбы, как вы все без патрона отстреляли, доклад, что стрельбу закончил. После этого подает команду встать. Оружие также на месте оставляете, встаете, уходите на исходное положение. Так и должно лежать. Понятно, да? Так точно. Сегодня должен быть у вас. Не должен после... быть потерян. Да? Нет. Номер. Номер записан. Так, стоп. Они уже тренировались. Еще один. Буркен. Шпал. Второй. Эль. Готовишь.
Мишеням, одиночным. Тогда 8 болсын. 27-ге 8 болсын. Ну. 35. 35. 35-ке 8 тағы. Жоқ, олар отмечены олар. Жоқ, отмечены көк жоқ. Көк санаттық қой. 2. 8 екеу ма? Иә, 2. Инструктор. 7. 1. Доклад. Где привет? Огонь. Чек.
товарищ ваш. Дигма жақсы қой. Аяғы. Аш аяғы. Лора. Внимание, смена по своим мишеням одиночных. Друг Сторона предохранитель закрыта, сторона предохранитель. Все вы? Да. Внимание, смена, разряжай оружие, космонавт. Разряжай оружие. Проверили? Все. Лежим, лежим дальше. Все. Благодарю всех полковников, подполковников, начальников сборов. Да, за предоставление такой возможности пострелять. Что научили, что вывезли нас. Ну, успехов товарищам желаю. Ну, чтобы, как говорится, все получилось у них. Еще раз благодарю всех за то, что за возможность пострелять. Благодарю своих полковников, которые нас готовили, особенно полковников Ельдинова и Шужбанова, которые 3 дня занимались с нами в университете, готовили нас, показывали, как заряжать и целиться. И благодаря их труду, который они приложили, мы отстреляли свое... Я, например, отстреляла свои 84 балла. Спасибо им огромное. Мен оғат алаңынан келіп тұрмын. Мен қазір жинаған балым, жоғары дәрежеде 86. Және осы оғатуды үйреткен өзімнің полковник, подполковник мырзаларыма үлкен рахмет айтамын. Солардың арқасында мен осындай дәрежеге жеттім. Мен де жаңа ғана оқыту алаңынан келіп тұрмын. Жинаған балым 88, яғни ең жоғары дәрежеде болып табылады. Рахметімді полковник Жақсыгелдиновке айтқым келеді. Вверх? Вниз. Теперь вот так затворим раму назад.
Предохранитель снять. Да, предохранитель снимать. Нет. Предохранитель, да. Вторая мишень слева. Вторая слева. Дальше стрелять? Да, да. Плавно, плавно. Джейбас. Не вращай. Держи. Снять. Смотри. Видишь? Стой. Двумя пальцами не надо. Да. Вот палец сюда. Ты левый палец? Да, я левый. Хорошо. Готов здесь. По своим мишеням могу. Дергай. Главное. Не боимся. Тебя не стрельнет этот пистолет. Не напрягайся. Свободно себя держи. Свободно держи. Так, следующие двое в затылок. Точно так же, совсем. Точно так же, совсем. Свободно ходит, обосвободишь. Плавный спуск. Плавно. Плавно. Бог по льдеме. Эктор, ортаға цель. Полковник мырза. Жиынның жеке құрамы оқу жаттығу сабақтарын аяқтады. Рота командирі подполковник Лизба. Оқу жаттығу, оқу ату жаттығының аяқталуымен құттықтаймын. Ура! 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 Еркіндір. Еркіндір.